Друзі, а до нашої студії вже долучився голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Доброго раночку. Доброго ранок. Одразу хотілося б запитати про постанову, за яку проголосували 314 нардепів. Заклик до засудження окупації Криму. Що це дає українському народу, ну і загалом кримському? Ну, в цілому, якщо говорити о постанові, то постанова, при прийнятті постанови Верховна Рада зробила обращення. Обращення во всі міжнародні організації, своїм колегам в інших парламентах, парламентах інших стран. І це, на самом деле, не перше обращення. Воно робиться вже не перший рік. Но при всем том, понятно, что можно сказать, что некоторые пункты повторяются, потому что мы не видим позитивной динамики в контексте деоккупации Крыма. Но речь идет о том, что все-таки Верховная Рада Украины – это законодательный орган Украины, это представительский орган Украины. И поэтому очень важно, чтобы подобные заявления были. И это заявление, оно было, вернее, это обращение было принято в преддверии годовщины, седьмой годовщины начала оккупации территории Украины. В частности, мы говорим об Автономной Республике Крым и Севастополе. Что можно отметить вот в этой постанове и непосредственно в этом обращении? То здесь, конечно же, опять же, речь идет о милитаризации, речь идет о нарушении прав человека, речь идет в том числе уже есть элементы того, что Российская Федерация проводит экоцид в Крыму и нарушает экосистему. Далее также в этом постановлении говорится о том, что необходимо укреплять позиции, коммуницировать, бороться за восстановление целостности Украины. Ну и, конечно же, есть еще новый посыл, то, о чем стали говорить больше в течение 2020 года, это Кримська платформа, об'єднатися вокруг Кримської платформи. Да, наскільки, от хотіла якраз запитати щодо Кримської платформи, наскільки, на вашу думку, це буде результативно? Пока еще рано об этом говорить. А то, что на протяжении... Дело в том, что Крымская платформа, сама идея Крымской платформы, нельзя говорить, что она возникла только в прошлом году. О ней говорили еще и предыдущие политики предыдущего созыва, и предыдущей власти. Но говорили по-разному. Говорили о круге друзей Украины, круге друзей. Мы говорили неоднократно о круге друзей крымских татар, для того, чтобы говорить о том, что крымские татары являются коренным народом, и именно право на самоопределение имеет именно коренной народ. А коренной народ Крыма в 2014 году четко обозначил свою позицию, когда полностью проигнорировал незаконный референдум. Таким образом, дал позицию всему миру, дал посыл всему миру о том, что коренной народ Крыма за сохранение Крыма на территории Украины. А теперь, когда мы говорим о перспективах, конечно же, сейчас активно идет речь о том, что готовится стратегия, и я, кстати, был и принимаю участие в ряде экспертных групп. Конечно же, хотелось бы, пока говорят о концепции далее, конечно, нужно разрабатывать эту стратегию, чтобы было более понятно для наших коллег, наших партнеров, не только западных, а в мире вообще. И поэтому, конечно же, в этой стратегии должны быть четко видны миссия, визия платформы, какие цели, задачи, индикаторы. И когда мы говорим о стратегии платформы, Крымской платформы, то мы должны уже определять определенные сроки для того, чтобы понимать, что произошло через год-два. Или вот сейчас активно стали говорить только о саммите. О саммите, который первоначально планировали в мае, сейчас уже речь идет о том, чтобы провести саммит, как раз приурочить 30-летию независимости Украины. Да, это очень важный и хороший посыл. Да, очень важно провести саммит, чтобы были первые лица, участвовали, скажем, стран-партнеров, в частности, мы говорим о западном мире. Да, очень важно, чтобы в рамках этого саммита встречались не только депутаты, не только министры иностранных дел, президенты разных стран, но в том числе и специалисты в области экологии, специалисты в области права. И мы в том числе говорим о том, что, в частности, Крымско-Татарский ресурсный центр был одним из инициаторов создания международного движения за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом «Liberate Crimea», то есть «Звернить Крым». И мы уже разработали стратегию, мы ее презентовали, и мы также будем предлагать в рамках Крымской платформы для того, чтобы в том числе объединить гражданское общество, потому что гражданское общество влияет на формирование политики в той или иной стране. Мы же видим, что делают россияне. Россияне со своей стороны, они же ведут достаточно такую многоуровневую работу. Ведь в западном мире это страны, партнеры Украины,
они активно работают с ультраправыми силами политическими, с ультралевыми политическими силами. Мы видим, что в парламенте, допустим, Бундестага появляются альтернативы для Германии, или в итальянском парламенте появляются 5 звезд политическая сила. Соответственно, они в том числе появляются же не просто так, потому что за них голосуют жители тех или граждане тех или иных стран. И поэтому с нашей стороны очень важно доносить до обычных граждан западных стран, других стран, скажем, во всем мире практически, ту реальную ситуацию, которая происходит в Крыму, и те незаконные действия, которые совершает страна-оккупант. Я, до речі, хотів запитати, так. Дивіться, депутати проголосували, і Євросоюз відреагував. Посилення санкцій економічних на Росію. Чи дає якийсь відчутний реальний результат ось ці санкції в Криму зараз? Ну, на самом деле санкції работають. І дело в тому, що я вам скажу чесно, що многі експерти, навіть після початку окупації, з початком, вірніше, окупації в 2014 году, многі експерти не предполагали, що Європейський Союз буде проводити санкції, там секторальні санкції, економічні санкції в отношении Російської Федерації більше, ніж года-двох. Сьогодні вже почти 7 лет санкції продовжуються. Це є результат, скажімо, дипломатичної работы наших органов, и в данном случае Министерства иностранных дел Украины, общественного сектора, скажем, в том числе и, ну, скажем, всего нашего дипломатического корпуса и наших партнеров. И то, что продолжаются санкции, это все равно хорошо. Конечно же, хотелось бы больше, и можно было бы оказать больше давления, но мы должны понимать, что даже в отличие от Советского Союза, Российская Федерация, ее бизнес, он сильно интегрировался в мировую экономику. И поэтому экономика западных стран также очень сильно связана с экономикой Российской Федерации. И поэтому все эти процессы, конечно, они тоже непросты для политиков, которые принимают решения, потому что это отражается на экономике тех или иных стран. Поэтому мы это должны понимать, но мы должны постоянно информировать, что сегодня мы можем, ну, вернее, сегодня западные страны могут побояться там потерять, ну, какое-то количество или увидеть падение экономики, но завтра они могут видеть прямую угрозу со стороны Российской Федерации. И вот в этом плане нам нужно активно работать и доносить профессионально. Власне, Кримську платформу підтримують, одразу ж підтримали багато країн і у Євросоюзі. От, і як, власне, наскільки важлива ця підтримка у справі деокупації Криму? А когда мы говорим о підтримали країни, то действительно, скажем, есть разные подходы, в том числе у наших партнеров, когда некоторые партнеры говорят, что они не совсем еще понимают, хотя понимают, поддерживают в целом. Поэтому я думаю, мы будем говорить о підтримке или о поддержке, да, Крымской платформы, когда, как минимум, после саммита или во время саммита будет принята, а над этим ведется работа, насколько я владею информацией, будет принята декларация, будут выработаны дальнейшие или план каких-то дальнейших действий, или хотя бы к этому моменту будут уже хотя бы, ну, принята и стратегия, скажем, Крымской платформы. И тогда мы можем говорить о том, что не будет саммит ради саммита, посвященный 30-летию независимости Украины, а будет саммит, посвященный в том числе 30-летию независимости Украины, на котором будут наработаны основные дальнейшие направления и соответственно, будут работать системы на, скажем, все те страны в рамках Крымской платформы в борьбе за деокупацию Крыма, за восстановление территориальной целостности Украины. Так. Будемо на це сподіватись, дійсно. Нагадаю нашим глядачам, що у студії був голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Цікаві новини, цікаві інтернет-тренди і правда тут лайв на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь. Друзі, і головне, не забувайте ставити дзвіночок, аби він вам постійно нагадував, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилося щось новеньке та цікавеньке. Yeah.
Thank you.